Ух, какая ты жизнь! Только стук, только гром. На собрании любом все вопросы ребром. Все отжившее смять, крепость приступом взять, реки вспять повернуть, в звездный мир заглянуть. Ух, какая ты жизнь! Кутерьма, круговерть. Очень многим пришлось за тебя умереть, умереть, чтоб тебя разбудить, расковать, чтоб живущим опять за тебя рисковать. Это стихи прекрасного горьковского поэта Александра Люкина. В начале Великой Отечественной войны Александр Иванович трудился на авиазаводе, затем ушел на фронт, был ранен. Их поколение победило, отстояло родную землю и родную Волгу. 880 тысяч горьковчан участвовали в боях, и треть из них не вернулись домой. Давайте же в 75-ю годовщину Великой Победы вспомним тех, кто ушел, и скажем искреннее спасибо тем, кто еще рядом с нами. Дорогие ветераны, уважаемые нижегородцы, с праздником вас, с Днем Великой Победы!